Я конкретно завалила свою команду. Конкретно я. Дура просто, не умеющая считать. Я вас прошу. К сожалению, это всегда больно признавать. Покидает Лигу смеха. Команда пошло-поехало. Сюрпризы всякое бывает. Тренер балл неправильно считает. Изи-изи слить команду и унизить. Так не сделал даже Блох. Наш тренер смог, наш тренер смог. Наш тренер смог, наш тренер смог. Наш тренер смог, наш тренер кто? Як Даубер! Значит так. Я считаю, что наша команда вылетела несправедливо. Юра, ты как считаешь? Хорошо. В смысле? Ну, в отличие от Полякова, я хорошо считаю. Ще мені один математик знайшовся, знаешь? Ну, так-то да, в отличие от тебя лучше разбираюсь. Да? То объясни мне, пожалуйста, формулу Штайнмайера. Ой, Андрей, это не математика, это политика. Серьезно? Стишок политический есть. Давай. Вышел Кива на крыльцо! Рот закрой свой! Неадекватный? Ты понимаешь, что за такие шутки может прилететь? У меня и так только синяки зажили. Юрец, у меня тетка с дядьком алкаши. По пьяни выиграли в лото забаву. Оце, я понимаю, синяки зажили. Что за чушь? Побойся Бога. Юр, я атеист. Врешь. Да вот тебе плюс. Пошло-поехало. С Богом. Друзі, ви знаєте, зараз одна і та сама новина на різних телеканалах трактується по-різному. Отож, дивимось. «Укрзалізниця» планує запустити 35 додаткових пасажирських поїздів на період новорічних та різдвяних свят. З фонду Рината Ахметова було виділено понад... Понад 1,5 мільйони гривень на реставрацію старих поїздів для того, щоб жителі Сходу новорічні свята могли побачити своїх рідних та близьких. «Укрзалізниця» планує додати 35 пасажирських поїздів на період новорічних та різдвяних свят, щоб українці без проблем могли вирушити до Європи завдяки безвізу Петра Олексійовича Порошенка. 35 поїздів з бандеровцями! Начинають опасні маневри території України, тим самим провоцируя мирних жителів Російської Федерації. Кто за этим стоит, если не Америка? «35 років в Тернополі, в парку Шевченка, з асфальту торчить дріт. Куда дивиться влада?» Друзі, а зараз давайте уявимо, якби в літературних персонажів був Інстаграм. Интерсити. Друзья, всем привет! Вот на днях заказал себе топор из Китая, о нем было очень много положительных отзывов. И, как видите, в руке он держится ну просто идеально. Завтра попробую на деле и расскажу вам свои ощущения.
Дорогие друзья, совсем недавно Национальный банк Украины презентовал новую купюру номиналом в 1000 гривен. Но мало кто видел, как эта презентация смотрелась на самом деле. Гривня, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Ми презентуємо вам 10-ту тисячну купюру. Цей унікальний продукт був розроблений професіоналами за підтримки інфляції. Вона стала більшою, легшою, і на відміну від попередніх версій, в ній тепер не один, не два, а три нулі. Що таке нова тисяча гривень? Комуналка за серпень, 30 літрів пального, 100 квитків на концерт Гаріка Бірчі або ж один квиток на концерт Олі Полякової на балкон. Як і для попередніх версій, будуть доступні декілька варіантів чохлів для звичайних користувачів та для категорії користувачів постарше. І найголовніше, коштуватиме нова тисячна купюра всього-навсього $39.99. Встигніть придбати за такою приємною ціною. Дякуємо! Юрчик, чуєш, а ти чим плануєш після Ліги сміха займатись? Ну, як і всі, пойду в політику. Яка політика, Юр? Там і без тебе ручних людей хватає. І взагалі, ти знаєш, що там твориться? Що? Слушай. Весь покритий зеленью, абсолютно весь. Орган государственный в Украине есть. Голос батьківщину, ОПЗЖ, ЄС. Подальше отсадили, чтобы шел процесс. Чтобы депутатом стать, жертвовали всем. Кто-то был ведущий, кто-то был спортсмен. И актера Юзика отпустил квартал. Не только для законов, чтоб билеты продавал. Вроде много трудятся, работы лет на пять. И в турборежиме нужно стресс снимать. Вот Богдан Еременко путану заказал. Зарплату он учителя за классику отдал. Захотели слуг проверить на детектор лжи. Вопросы о коррупции узнать, кто нагрешил. Почему же партии другие не пройдут? И без полиграфа всем понятно, что крадут. Кнопку нажимать теперь лишь можно за себя. Карточка соседа пропадает зря. Неприкосновенности близится конец. Недаром собирались на неделю в Трусковец. Друзья, ну и в конце, Оль. Ты знаешь, на самом деле мы не обижаемся. Хотели бы тебе сказать огромное спасибо за этот крутой сезон. Прими от нас небольшой презент. Андрюха, давай цветы. Ты дурак? Что? Куда две розы? Братан, там она все равно считать не умеет, я тебя прошу. Шучу, шучу. Пошло, поехало. Спасибо! Пошло-поехало, Николаев, Тернополь.